Информация на 11 марта из Харькова. На улицах города мороз, холодно, около 10 градусов мороза. По городу воздушная тревога и просят находиться дома или в убежищах даже до комендантского часа. Ну, харьковчане сейчас держатся, но более чем в 400 домах нет отопления. У нас дома тоже нет отопления. Мэр города записал обращение, что призывает всех, кто остались без тепла, света вследствие обстрелов Харькова, спускаться в метро, подвалы и бомбоубежища. Но, к сожалению, возле наших домов я не знаю отапливаемых бомбоубежищ, а в подвалах довольно сыро. Также мэр города порекомендовал переходить в школы и садики, которые отапливаются. Ну, я уточню информацию по садикам, которые находятся возле наших квартир. Света на Салтовке по-прежнему нет, ну как и интернета, только мобильная связь. Я сейчас записываю это видео, так как я сейчас нахожусь не в самом городе, но постоянно на связи со своими родными. Огромная благодарность харьковским коммунальным службам, которые сейчас в такой холод пробуют восстанавливать, ремонтируют тепловые сети, чтобы в квартирах появилось тепло. Вот такую небольшую запись вам покажу, как проходят ремонтные работы при минус 10 градусах. Но огромная благодарность. Будем надеяться, что появится отопление, потому что остались пожилые люди в домах, дети. И особенно там, где сейчас неактивные стреляют, они просто боятся выезжать куда-то и отсиживаются дома. Но без тепла, конечно, и это довольно сложно. В магазины еду привозят, есть возможность покупать. И если кто хочет, можно поддержать финансово через меня лично. Реквизиты я оставлю в описании. Ну, отчеты я обычно добавляю, выкладываю в Instagram. Ну, и давайте покажу вам небольшое обращение от нашего мэра сегодня. Уважаемые харьковчане, сегодня 16-й день войны. 16 дней Харьков героически держится. 16 дней наша армия стоит и не пропускает российские войска в город Харьков. Но все 16 дней российская армия нещадно обстреливает город Харьков, бомбит город Харьков с воздуха. Но мы держимся, и мы обязательно победим. Я обращаюсь к жителям города Харькова. Очень многие дома сегодня разбиты. В них нельзя восстановить отопление. Это более 400 домов. Несмотря на то, что наши коммунальные службы, наши тепловики, наши газовщики, наши энергетики, наши водяники героически под пулями, под обстрелами делают свою работу, но 400 домов мы сегодня восстановить теплоснабжение не можем. Идут морозы. Дорогие мои, я вас очень прошу, спускайтесь в метро, спускайтесь в бомбоубежище, спускайтесь в подвалы. Мы сможем вас там обеспечить теплой одеждой, медикаментами, питанием, в том числе и горячим питанием. Нам обязательно нужно выдержать это испытание. Мы вместе, мы харьковчане, мы победим.